Я еще раз приветствую вас, уважаемые коллеги. Я должна сказать, что я сознательно провела свой отпуск в здоровье с ними для того, чтобы провести сегодняшнюю пресс-конференцию. Это чрезвычайно важная актуальная тема. Она связана с теми кыргызстанцами, которые находятся в лагерях Сирии, в лагерях иракского Курдистана. Каким образом они там оказались, какие экстремистские силы увлекли их за нашу вину, вы тоже доказываетесь. На сегодняшний день задачей номер один остается возвращение из этих лагерей на свою историческую родину. Это детей в первую очередь. Многие из них за годы пребывания в лагере стали не просто сиротами, а полностью. И тех женщин, которые в самом деле осознали страшнейшую ошибку в своей жизни, оказавшись в этих лагерях. Как решить эту проблему? Я журналистам напомню, что есть озабоченность во властях, в правительстве, предпринят ряд мер, и одна из них, самая традиционная, вам хорошо знакомая, создание рабочей комиссии. Но если мы с трудом переживаем здесь 40 градусов и 60 иногда бывает, то представьте, что происходит в лагере в пустыне, и почему нужно принимать меры более экстренные, более эффективные. В нашей стране есть люди, которые берут на себя эту миссию и постараются, чтобы в сентябре текущего года, ну, я считаю, это ближайшее время, оказавшие несчастные беженцы, в первую очередь дети, дети-сироты и, возможно, женщины, которые осознали глубину своей трагедии, вернуть на родину, в Кыргызстан. Потому что наша страна – это единственное для них на сегодняшний день спасение. Итак, тема сегодняшней пресс-конференции – «Своих не бросаем». Более 150 наших детей и женщин вернут в ближайшее время из лагерей Сирии и иракского Курдистана. Кто берет на себя эту миссию? Кто готов работать в сотрудничестве с госорганами? Кто обеспечит транспорт, самолет для пересечения границ и доставки и все остальное? Все подробности у организаторов этого. Я даже не знаю, как назвать. Я считаю, что это все-таки миссия, а не акция и не операция. У организаторов этой миссии. В первую очередь представляю вам Куманычбека Тактасунова. Если вы его знаете, если не знаете, то я скажу, что это общественный деятель и политический деятель. Куманычбек Тактасунов. В данном случае он входит в тюрку, скажем так, организаторов этой миссии. Потому что у него есть специальный профессиональный опыт и есть определенные контакты, когда эта задача, как бы ни странно казалось на первый взгляд, может быть успешно решена. И, возможно, сентябрь станет месяцем радости для нас, потому что спала жара, для учеников, потому что они пойдут в школу, и для тех, кто вернется днем, месяцем возвращения. Здесь также присутствует одна из организаторов миссии Айзада Дефнебай. Она, во-первых, присутствует для того, чтобы ответить на ваши вопросы, если они возникли. Потому что основное информационное сообщение берет на себя, естественно, Тактасунов Куманычбек. И еще она присутствует для того, чтобы это озвучить на хорошем, грамотном кыргызском языке. И еще раз напомню, что после завершения сегодняшней встречи вы можете продолжить ее сколько угодно в баре, где для вас довольно самое главное свежее и довольно вкусное, скромное угощение. Прошу вас, Куманычбек Тактасунов. Добрый день всем. Спасибо, что пришли. Сейчас время отпусков. Но на самом деле собрались почему-то. Даже время не терпит. Все вы знаете, что происходят такие события в Сирии. Война на пути, насколько жизнь она унесла. И как бы день, к сожалению, носит. Мы понимаем, что здесь очень много людей, которые оказались там по разным причинам. Кто-то был, условно, зомбирован каким-то образом, поехал в эти зоны боевых действий. К сожалению, кроме мужчин, кто туда поехал, поехал много обманутых женщин, которые свой поведение здесь. По разным оценкам, сегодня там, я думаю, что это не одна сотня наша, более тысячи граждан находятся в лагерях. Причем лагеря находятся в разных зонах ответственности. Есть те, кто, скажем, Якутская зона ответственности, есть, где правительственные силы Башар-Асада, там лагеря находятся. И мы понимаем сегодня, что
У нас создано, наши органы предпринимают все, что могут, но, к сожалению, наверное, сегодня они не все сильные. И мы понимаем, что просто, наверное, сегодня надо нам не ждать, пока государство за нас это сделает. Инна Копарова любезно подсказала, что своих не бросаем. Но на самом деле своих людей не должны бросать. Нам не важно, кто они по национальности, русские, киргизы, узбеки, не важно, это наш народ. И народ без своей какой-то части не может просто жить, это выболит. Поэтому как бы ни было, что бы ни было, мы все очень озабочены. Мало того, я вам скажу такую вещь, что одно из таких, то, что нас подвигло, это нам буквально рассказали историю про то, что женщина с мужем развелась, дети остались с матерью. Мать вышла замуж за другого человека, который уехал в Сирию, повез ее туда с чужими детьми. Но на войне погибли и муж, и жена. Дети, по сути, человек, который находится здесь, эти дети остались в лагерях. То есть без папы, без мамы, просто сироты, и вы понимаете, что это они не сироты, не в пансионате, то есть это суровые условия, это реальные тяготы, это реальная угроза жизни, потому что там никто за них там особо тепличный человек делать не будет. Здесь вот почему мы сейчас, мы понимаем, что есть создана вот эта в мае комиссия межведомственная, они предпринимают много мест, наше министерство иностранных дел предпринимает там департамент службы миграции, ну, то есть все СНВ, МВД, все предпринимают меры, но не всегда у них сил хватает. Я думаю, что сейчас, наверное, надо не ждать еще раз, когда кто-то придет, добрый ляли это сделает, но нет. И мы решили показать, что не то, что власть и народ разобраны, мы вместе должны быть. Перед лицом этих вещей. Мы приняли решение, здесь, причем люди разные, это, я хочу сразу говориться, здесь никакой политики нет, это я могу говорить, не то, что 100%, это абсолютно никакой политики, это никакая не партия. То, что мы собрались, там нет никаких неверных ребят там, с прозвищами, какие-то цифры, там, или фрукты, там, или еще что-то. Абсолютно это никому не аффилировано. Те, кто туда входит, еще мало того скажу, это не то, что поучаствовали в госсендерах или что-то еще. Нет, абсолютно люди, которые не публичные, которые просто занимались своим делом, мы поняли, все, ну хватит. И мы говорим о том, что вот просто как бы основной месседж, давайте, чтобы наши государственные органы, давайте мы как народ, мы столько представители народа, давайте будем вместе для того, чтобы наших людей туда вытащили. Мы не говорим про боевиков, это им суд даст нам оценку, мы говорим про детей, про женщин. Дети это кто? Ну, не бывает же чужих детей. Все дети это наши. Вот даже немножко так лирическое только отступление сделаю, что когда-то была песня великолепная белорусская, там говорит, что хоть и война пришла, он говорит, в каждой нашей семье с нами на малые дети хаты. Да? То есть в нашей каждой семье есть дети, которые погибли или там сейчас гибнут, умирают в этих лагерях. И мы хотим просто сказать, ребят, давайте мы, ну хватит долгих разговоров, довольны. Довольно, давайте сделаем конкретные меры. Давайте, пусть государственные органы выполнят свою работу. То есть, это они должны определить какие-то списки, то, что они могут. Они должны решить вопрос паспортизации, потому что я не уверен, что у всех паспорта есть. Давайте что-то еще сделаем. Я понимаю, что государство не может поднять сегодня тоже самолет, чтобы отправить на дорогостоящее. Или потому что до Турции 6 часов, еще дальше до Сирии, до Иракского Афганистана. Если сегодня мы будем ждать дальше, наверное, что-то получится. Когда? Может, в сентябре, а может, в ноябре. Но это реально, вот сегодняшний день, каждый день это смерть какой-то. Мы не знаем, что каждый день происходит. Мы хотим вот здесь, вот, может быть, тоже, хотя бы вот в этом маленьком, чтобы общество сплотилось. И вот это прозрачно, мы сидим, у телевизора цепляется. Мы должны конкретные шаги сделать. Мы готовы, та группа неравнодушных ребят, которые собрались. И туда сейчас вот услышали, вчера я в такси разговаривал. Таксисты говорят, Байке, чем поможешь? Давайте мы тоже там, хоть немножко, там, 200 сомов поможем. Ну, приятно. Хотя раздаются голоса, зачем они нам нужны, государству так тяжело. Зачем? Нельзя так все. Нельзя так все. Как бы ни было, тяжело, не тяжело. Это наш народ. И мы должны сделать. Мы готовы, мы обладаем ресурсом. Мы готовы за свои деньги поднять самолет. Оплатить полностью все расходы. Но это одно. Второе, это
то, что не то, что мы привезли их сюда, потому что базар высадили, и неважно. Мы понимаем, что у них судьба, психика сломанная. Мы обсудили вопрос такой, что по приезду мы организуем за свои деньги центр реабилитации, куда пригласим психологов, врачей, то есть тех людей, которые должны работать с вот этими людьми, которые, по сути, ранены. Мы должны так кормить, поить, заниматься им, попытаться вывести из этого всего. Каждый прошел реально ад. И вот почему мы говорим, что мы своих не бросаем, да? Вот наш предок Манаса, как говорят, знаете эти слова, да, Манаса? Или Кабуша, как мы говорим, да? Узюмгэн Гулаган, Чачаланды, Джинаран. То, что оборвалось, мы должны соединить. То, что разбросалось, мы должны собрать. Потому что это наше. Иначе брошенность. Наши соседи, наши братья, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, они свои предели вывезли. Они вывезли с территории, где контролируются президентом Башаром Асадом, где, к сожалению, они не могут решить вопрос с зонами, контролируемыми курдскими формированиями. Вот. Но в силу того, что в моей прежней жизни я был во многих горячих точках, Босния, Герцеговина, Афганистан и так далее, везде был, на Ближнем Востоке. И у меня остались, у меня еще люди есть определенные, у нас остались определенные коммуникации, с помощью которых мы, в принципе, сейчас уже без ожидания госорганов мы провели уже определенную работу. И я думаю, что мы, ну, очень большой шанс. Если здесь вот мы вместе будем государственными органами работать, прежде всего, конечно, мне не помешал бы, скажем, мандат, что да, это не художественная самодеятельность, то есть я готов хоть завтра вылететь, обговорить возвращение наших людей. Но если это все мы будем вместе двигаться, не порознь, там, тянуть дело на себя, нам ничего не нужно, ни слава, ничего, нам просто мы хотим наших людей там, да. Ну, как бы суть такая. И здесь вот мы о чем говорим, что, еще раз, что это вне политики, нечего. И это очень важно, что это не какие-то, никто туда не аффилирован, не какие-то известные нам сегодня отвлекающие на экране люди или там на слуху. Абсолютно нет. Просто обычный бизнесмен, который решил это сделать. Мало того, я бы даже хотел сказать, я вообще ну, не совсем лепец, но я хотел бы сказать, что ну просто уже так, что это не то, что хотим мы или нет. Да? Вы знаете, вот, у нас есть вот, конституция наша, да? И в ней есть такая статья 50, в которой пункт 5, скажем, Кыргызская республика гарантирует своим гражданам защитную покровительство за ее пределами. Ну что еще? Ну просто я буду показывать. И вот в конце концов просто я хочу сказать, что если сейчас у вас вопросы будут, спросите. Но я думаю, что здесь как никогда мы должны не раздельно действовать государство и гражданское общество. Мы должны вместе действовать. И это не надо ждать, когда это наступит, когда будет переговор. Мне кажется, надо это делать сегодня довольно коротко. Спасибо большое. Я напомню, губернатор Татарстанов работает, является представителем спецслужб, поэтому, если есть какие-то вопросы, чтобы он развернул шире и конкретизировал мысли, пожалуйста, готовьте. Нужно ли, чтобы это было озвучено на киргизском языке? Да. Пожалуйста, пожалуйста, я прошу выступить Айзату Дерекумбаеву, также организатор этой миссии. Потом перейдем к вопросу. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Бүгүнкү биздин чогулганыбыздын эң негизги максаты бул биздин Сирияда, Иракта, жана Курдистандагы баягы алданып ошол жерге барып калган мекендештерибизди, кичинекей балдарды, ошол жердеги кыз келиндерди, энелерди бул жерге кайтарып келип, Кыргызстанга мекенибизге алып келүү биздин негизги максат. Бул боюнча атайын топ түзүлдү. Колду куюм деп айтсак болот, кыймыл деп айтсак болот. Өзүбүздүн так жана кол ресурстарыбыз бар алып келүүгө. Шарттар дайындалып жатат. Мындан буюрса эгерде аман эсенчиликте барсак, ошол жерден эне балдарды кыйынчылыксыз, чек арадан кыйынчылыксыз алып келип алсак, бул жерде аларды кайрадан калыптандыруу коридорлорун ачып,
уақытылы болуы, жеңіз аппер өткі болуы, жоң жерде жағдамыздың барлық құрташтықтарын тейлеп беріпі дайадан жатамызда, бізде азыр аныда құшында екенізді. Алжақта бұл жылмен қанша біздің жарақтың бар азырын? Статистикаға қиянсақ, жалпы жолдан болуқы Азиядан 4000-ден ашуын жаған бағаны үшін, аның ішінде 1000-ге жұқылы бұл Қырғызстандық жарын бар. Аның ішінен ала келгенде 400-ü бұл жас жеткіншек балдар жаңа аялдар. Напомню, пожалуйста, не забудьте представьте с вашей разговорной нашей Анда жаралар керек, анда негізші қарап болады. Ой, 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 десіңіз кен, алап келіп қалады. Қақасыз ауа. Сіздің ерман болды ғой, бұға чейгіл ведомстволар аралық комиссия түзілген, ешқо түзілген болшы, жаралар салып келі бойынша. Бұл бойынша еште де жүргізді жатқан болшы керек. Мұнда сұрттары кече жатында ерман болды, ЮНЕСЕФ-тің жатан беру ниеті бар екен. Бұл бойынша әрі келсек, ал жерде адам ұшыратыс шарттар, өзі табарау, сол ұшыру болмаса, барыңлай кетерде, барын табарудан, көпшілігі табып болдығыз, аптан татал жаңа қиын ауылда біздің Қырғызстандық жарандарымыз. Ең біріншіден бізден мақсатты өзіне өзіміз бұл балдарды жаңа емелерді, біз елдерді қалсенеді. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Я еще добавлю, я к этому вопросу добавлю. Сейчас, пожалуйста. Кто его ставим, другой муж надо. Сказал, что Тюман Равоначейнес, когда иракский вызывался, задаем 4-х, грязный кайдам тоже камерами, барабчу, когда шапка кейдет, душу. Когда шапка, джарный мерген кейдет, когда условия вода есть. Ну, то есть задаем для этого там. Что просто визы кто там взял. Спасибо, пожалуйста. Раз он туда и журналистский расследование у меня да. И вот он туда таким, Хармухан Джарандар, на другой секунду, ты видишь, как тебе было. А следующий шоу, а не тебе не тасно? Еще раз. Сделай, то, что я сказал, прежние мои работы, за границей, но она позволяет мне говорить о том, что я решу этот вопрос. Не по МИДовским каналам, но есть понятие международной дипломатики. То есть я лично говорю, что если мы поедем сейчас туда, вот скажем, договариваться, я могу сказать, что у меня будет слышен с милицией на встрече на личных отношениях. И я прошу не то, что МИДовский мод, вы знаете, я работал в Министерстве иностранных дел, я был советник министра иностранных дел по международной безопасности. Ну, это был директор такого старта или что-то еще. Ну, у меня достаточно возможностей для того, чтобы решить вопрос. Без вот этих вот. Ну, вернее, с бумагами, но бумаги пусть себе ходят, там же главное искусство. Ну, ладно, еще одну, если можно, сейчас еще раз добавлю, это важно очень весь, чтобы вы понимали. Мы хотим сказать, что то, что мы делаем, это вне религии, это вне политики, это вне интересов вторых, третьих, четвертых сил. Мы просто говорим, мы народ Кыргызстана, часть нашего народа там. Это наши дочери, сестры, дети. Вот это, чтобы вот просто я вас очень прошу, чтобы вот это поняли. Это основной такой месседж, что мы хотим консолидацию всех сил, всех частей государства, всех, скажем, составных частей государства, чтобы мы забрали своих людей. Вне всего. Я вижу заявки. Спасибо большое. Порядка еще идет дальше Подольская, потом вы.
потом вы уже спрашивали в конце, еще так позвольте. У меня вопрос, знаете ли, сколько конкретно находится женщина и детей сейчас в России, правительственные, как вы говорили, в России. И вот еще была недавняя информация по поводу трех наших женщин, которые содержатся в тюрьме Ирака. Они приговорены к смертной казни. И отец этих женщин уже обращался и к омбудсмену, и к правительству, и к правозащитникам, чтобы как-то решить этот вопрос, потому что они точно так же были обманы, вывезены, пойманы и вытворены камерой. Ну, собственно говоря, можно уже базить в порядке, что уже прошу. Вот если отец этих женщин обратится к вам, вы готовы ему помочь? Вы знаете, я думаю, мы, безусловно, будем разговаривать с Кармой. Там, кстати, тоже у троих женщин по два маленьких ребенка. Мы будем разговаривать с Кармой. Просто с Кармой мы готовы разговаривать, чем мы сможем помочь. Вопрос в другом. Есть женщины, есть женщины, да? То есть мы понимаем, что кто-то просто там оказался, в силу каких-то причин, что замужем пошел. Есть там женщины, есть даже дети, у которых там как просто. Это другая вещь. Вы понимаете, что мы не можем как бы всех считать, что как бы все правы условия. То есть понятно, что это будет. И здесь уже, я думаю, это будет уже прерогативы компетенции все-таки спецслужб, которые должны посмотреть, как и что. Потому что если кто-то из женщин находится в лагерях для беженцев там, или там что-то еще, а есть те люди, которые прям в тюрьме сидят, ну, по всей видимости, мне тяжело говорить об этом, пока я туда не залечу. Но по всей видимости, ну это в любом случае, я говорю, пусть приходит, и мы будем разговаривать. Госпожа Дмитриева даст контакты, куда вы можете там, людям сказать, что они могут обратиться. Дело в том, что сегодня статистика, которая вот есть, что сколько наших граждан находится, есть, скажем так, ну, условно официальная, есть, вот, например, по официальной, условно официальной статистике, например, в Иракском Курдистане 150 наших граждан примерно. По моим сведениям, на вчерашний день я разговаривал с Курдистаном, напрямую с Арпином, когда мы разговаривали, мне обозначили цифру, что вроде 400 только там. В Курдистане. Да, поэтому если у нас официальные, условно официальные цифры, что у нас около 1000, поэтому Айзадаим, я озвучил эту цифру. То есть я как бы так все-таки немножко более консервативно, я думаю, что там 1000-1500, ну я условно говорю. Это женщины и детей вы имеете в виду или это вообще наши граждане? Там же мужчин больше, ну, большинство мужчин уже погибли. Mm-hmm. Либо в тюрьмах сидят. Мы сейчас говорим про тех, кто в лагерях. Mm-hmm. А вот эти 150 человек, которые вы собираетесь в сентябре, да, это вот которые вывезете из иранского Курдистана, получается, да. Которые будут в Сирии? Там есть нюансы, это давайте, если сейчас я одну вещь попрошу, чтобы это не для печати, да? Дело в том, что одна из там составных частей, это было как раз курдское ополчение, пешмерга. Но дело в том, что курдское ополчение, оно тоже неоднородно. То есть есть, скажем, сирийские курды, есть иракские курды, есть турецкие. И если мы сейчас говорим первый этап, мы хотим забрать с иракского Курдистана, то потом мы будем сейчас одновременно прорабатывать, чтобы забрать с сирийского Курдистана. С тех территорий, которые контролируются президентом Башаром Асадом, это, я думаю, что мы с нашими партнерами с Российской Федерации, мы, наверное, будем это просто обсуждать. Но это, наверное, уже тоже компетенция нашего органа. Я сейчас говорю, что мне легче вопрос решить там, где тяжело решать нашим официальным структурам. Тот же иракский Курдистан, видите, он в составе Ирака, но как бы это де-факто он сам по себе, то есть там. Центральный вас ничего не решает. Да. Спасибо. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Канадский Такия Беринчара. Здравствуйте. Какие меры безопасности будут предприняты по отношению к нашей делегации? Там, во-первых, сразу хочу сказать, наверное, это самое интересное, что они в кругу врагов, которые находятся, во-первых, Иракский Курдистан, но там, наверное, сегодня это наиболее безопасная зона. Но так как мы будем решать с высшим руководством Иракского Курдистана, то есть там будут абсолютно полностью безопасны. Спасибо. И наши граждане, то есть их под охраной будут привозить условно, когда мы все это решим. Пожалуйста, прошу вас, представьтесь. Он был приклеен, он зол, он
что-то там, или 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 территориальная. Иракский Курдистан, каждый момент, да, мы знаем, а это Ирак, Багдад, Ешканда, Месичок, ну, мы же любим. Потому что они были личные контакты, личные, народные помощи, народные помощи. Пожалуйста, Кылмыш ишин мисал козголсо, жештик болбайбыз. Ошто аял иши соттолду ошондо. А биз билбейбиз, ошон үчүн сейчас вот Даша говорила, что мы говорим, есть женщины, есть женщины. Есть те, кто просто с мужем был, а есть те, которые совершали преступление. Дегенден кийин анан көрүнүп билдирип. Ооба. А вот я можно продолжение вопроса своей коллеги задам тоже, что вот женщины, которые оказались распонивые, они знали, куда они идут. Конечно. А вот вы их тоже будете... Во-первых, когда мы сейчас... За мужем, они поехали с ним там своих каких-то убеждений. Я говорю, что здесь не будет, ну, как бы уравнивать, скажем так. И во-вторых, я думаю, что когда вот эти все вещи будут, почему мы призываем наши органы государственной власти, чтобы мы вместе были, потому что у них есть тоже достаточно информации. Я думаю, что совместно вот, и получится то, что нам надо. То есть мы реально безвинных людей, детей и женщин, мы оттуда хотим эвакуировать. Пожалуйста, ваш вопрос представьтесь. Информационный агентство «Пресс» сказали, что вы провели определенную работу. На каком этапе вашей работы, да, что вы сделали на сегодняшний день? Я по некоторым причинам не могу эти вещи озвучивать, потому что это... Ну, примерно, что вы сделали? Мы примерно, сейчас у нас есть понимание, понимание с курдской стороной, о том, что они, у них есть понимание нашего желания забрать наших детей и женщин оттуда. И оно нашло понимание именно в том плане, что они пойдут на наш лист. То есть уже переговоры есть, да? То есть стороне, да? У нас сейчас идут, ну, это как называется, консультации идут. Но мы готовы на этой неделе, в конце недели, как только визу получим, двух человек отправить туда, для того, чтобы они, во-первых, с камерой поехали, ознакомились с историей содержания наших людей, первое. Во-вторых, чтобы мы начали уже перешли в плоскость, когда мы уже практически, то есть, как эту границу сам пересекать, разрешение на посад, ну, то есть уже вот эти вещи, все. Но нам сейчас нужно здесь действовать совместно с способами. И вот мое нынешнее, вот то, что вот я вам выступаю, это в том числе это и призыв, приглашение государственных органов вместе это все сделать. Просто есть вещи, которые они сделают, но это будет больше. А сегодня каждый день дорого. Можно вопрос? Вы несколько раз и сейчас опять же сказали, что вы призываете государственные органы к сотрудничеству для того, чтобы быстро и оперативно решить вопрос. И я так понимаю, что вы уже достаточно подготовили почву, и уже вопрос может быть. Со своей можете стороны. Со вашей стороны, с вашей спецстороны, на которую вы все время уходите как профессионал, это тоже понятно. Скажите, с какими органами вам нужно сотрудничать и о каком мандате идет речь, о котором вы тоже вскользь по-шпионски упомянули? Это омбудсмен, это КГБ, это МИД, это кто? Я думаю, это омбудсмен, наверное, во вторую очередь, в первую очередь, чтобы в практической плоскости. Ну, то есть не декларативно, а не в практике. Ну, чтобы он что-то да, сделал. Да, это, естественно, служба Госкомитета национальной безопасности. Это во-первых. Во-вторых, это нам нужно будет решать, наверное, с миграцией все-таки. И самое главное, МИД. 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 Потому что, ну, а вообще по-хорошему, я думаю, что
Я хотел бы, чтобы президент услышал, чтобы его воля политическая была. Для того, что это народ тоже крутит наш. Тогда, когда сейчас все сидят, смотрят и занимаемся мы совсем не тем, я хочу, чтобы вы, если президент все-таки это услышит, чтобы он просто сказал, давайте делайте, не важно как. Нам нужно, чтобы в рамках закона, чтобы вы забрали наши дела. О каком мандате идет речь? Мандат, чтобы просто государство, скажем, имеет, как все время, помните, если когда Баткинские события были, как он что-то Курсунова Тегулу уезжал, все время ему просто ему, условно дали типа верительные грамоты. В рамках народной демократии. Да, но ему тогда дали что-то вроде верительной грамоты или что-то еще, что да, это не просто художественная самодеятельность, а что, да, он компетентен. Спасибо. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вы же наверняка будете разговаривать, да, с этими женщинами. Ну, дети-то понятно, они конечно, на них внимание пришло. Женщины уже взрослые. Вот, если женщина не захочет, то она скажет, нет, вот, нет, не хорошо, не хочет. Ну, знаете, я думаю, что на самом деле такое может быть. Я не могу ее за шкирку тащить домой. Вопрос другой, что я не думаю, что там большой уровень будет, потому что она находится в лагере, а не в городе. То есть если ее устраивает лагерь находиться, то есть как я себе выбрал? А будут ли они просить, ну как вы думаете, скорее всего будут, предоставить им гарантию, что здесь они не будут отданы под суд? Прошу прощения. Что здесь они не будут отданы под суд? Это уже вне моей компетенции. Для этого есть органы, которые понимают, у них есть информация достаточно, я думаю, о том, что у кого какая роль там была. То есть, просто ли поехала, или она просто, или она пособник, или же она сама непосредственно там, ну, условно, какие-то вещи по нам нехорошие. А то есть сейчас нет информации об этих конкретно 150 людях, кто из них на самом деле участвовал в действиях, кто из них просто... Нет, я еще раз оговорюсь, что по моей информации вчерашней, это информация вчера по состоянию вчера на 64 дня, что там наших в Курдистане не 150, а 400. Нет, ну вот, а я почему говорю, почему 150? Но больше, к сожалению, в самолете нет. Нет, я говорю конкретно вот по этим людям. То есть есть какая-то информация о том, кто из них действительно участвовал в действиях, и кто из них просто чисто случайно оказался? Есть такая информация, какая-то частично есть у наших, скажем, органов наших спецслужб. Есть информация. И второе, я надеюсь, что когда консультация будет, я полетел туда. Я думаю, то есть мне уже та сторона, они могут уже... Я думаю, что те, кто непосредственно совершает преступление, они не в лагерях, а в тюрьмах сидят. То есть я думаю, что там уже все это дело уже давно, ну, может не 100%, но уже зерна от прилива разделили. Хотя, конечно, это, ну, никто не может этого дать гарантии. Хорошо, вас представьте. Он крепит сюжетный день, а платим, выплыт так, что сидят там, а вот именно, лишь когда цитаги, интересно, для нас. А если он крепит сюжетный день, что будет? Вот это то, что я сейчас говорю, сегодняшнее заявление, еще как таковое зарегистрировано общественно, где нету. Это мы говорим, что мы, наверное, будем это делать. Пока вот просто... Пресс-конференция, это была как раз как чатовая неделя. Чего вышли еще? Это буквально что реки будут не читать эти. А реки будут? Реки будут, это понятно, уже чего вышли. Ах, чего вышли, чем дай чего раз, что вышли на волну. А мы дай, где-то бы, беря не читали, просто понятно, все сделали. Что-то вот наши ребята страдают, то есть они не кинули, мы вот уже собрались конкретно. Но говорю, уже менее башторам передали, знаете, все еще говорили. Ну, а ну, да, да. Мена найтила. Лиги? Это лиги. Девять, что полулитра? Я пока не знаю. Некоторые... Другие варвалы, ты найти, другие варвалы, он найтся, ты... Это жоп такой же. Ким? Бизнес? Органы? Дурдистан. Но орган барса, гриппенер барса, это мен барсан, ты не дейтесь. Мен, прошлом случае, найти пойму, что личный контакт пойму. Жоқ, пока я мамлекеттік қызматтарда сіздерге қызматташуға жүрмейді. Жоқ, біз қайырланмайсыз. Қайырланмайсыз. Сіздер арқылы қайырып жатырсыз ба? Сіздер шабуды қызматташуға біздің шабуды қызматтарымызды жетпей беріп сіздерге білмейміз.
Какие гарантии есть для возвращения? Не совсем понял вопрос. Гарантии какие могут быть? В смысле... И сейчас я объясню. Гарантии такие, вот смотрите, я еще раз объясню. Это все состоит из нескольких составных частей. Есть та вещь, которая идет госорганы, я не могу паспорта выдать. Я не могу там списки, там что-то еще. Это одно. Само по себе самолет, который мы готовы целиком купить, это уже готово, а государство пока не может. Второе. Наш МИД, он не может напрямую Курдистан писать, он пишет Ирак, Ирак говорит, да, конечно, но Ирак не контролирует Курдистан. Ну, то есть, вы понимаете ситуацию. Я говорю, у меня есть договоренности процентов на 90 о том, что нам отдадут наши. То есть, есть там последние штрихи, которые мне нужно при встрече обговорить. Пожалуйста, прошу, не забывайте представиться. Из личных денег обычный город гражданский. По-другому не получится. Военные у нас, как бы, ну, это и не то, мы везем детей и женщин, то есть надо, чтобы нормальные гражданские судьбы было. Поэтому мы готовы оплатить полностью фракции на слово конца для того, чтобы вывести. Мы еще сейчас. Если я говорю, пока вот мы вот, не оформили это как что-то, то есть как фонд для движения. Но я вам просто говорю, ну, теоретически есть группа инициативных, небезразличных ребят с разных регионов, с разными политическими пристрастиями. Мы просто сошлись в одном, что ну давайте что-то сделаем. Ну, вот, как бы так. Так, пожалуйста. Что касается Бомбарджи, а в вашу делегацию будут входить независимые эксперты или наблюдатели? Делегация какая? Ваша делегация? Нет, делегация какая? Для того, чтобы туда поехать, скажем, посмотреть как содержание, я говорю, туда. И когда будут уже десерта? Мы будем экономить каждое место. Туда поедет, условно, я поеду или кто-то еще из ребят поедет, кто будет инициативным. А лучше мы больше вывезем. То есть вести ту делегацию, там, чтобы цыгане не пели балалайки, ну, в принципе, это, наверное, не тот случай. И у меня еще такой есть вопрос. Я не спрашиваю, какой бюджет продавать самолет, вывести, понятно, что это достаточно. Вот вы сказали, что вы действительно не высадите на мужском рынке. Да. Понятно, что к этому времени что-то будет подготовлено. Вот эта часть, фильтрационный лагерь, оформление документов, содержание, медицинское обслуживание, какая-то адаптация, а этот бюджет тоже вы берете на себя? Мы берем на себя не только как бы оплату самолета, мы берем на себя полностью. Я не могу брать на себя, ну, то, что документировать, это не моя, это государство делает. Вот. Но мы говорим о том, что там питание, проживание, работа психологов, врачей, там как будто спецпитание, что-то. Это все расходы на себя. Понятно. А теперь скажите мне еще, предположим, они адаптировались, все завершилось успешно, и на всем их трудоустройство, это уже их собственная судьба и дальнейшее решение. Вы уже из игры. Я не думаю, что там будет особо, ну скажем, окей, давайте по-другому я скажу. Во время вот этой реабилитации мы постараемся кому-то дать какую-то, ну, небольшую профессию, там, швеи или что-то еще. То есть не просто реабилитация, мы хотим меры помочь, чтобы ресоциализация. Чтобы они вошли в общество не просто иждивенцами, а чтобы могли. Посмотрите, вот это фильтрационный лагерь и так далее, вы же не можете делать это, понятно, что вы готовы выделить суммы, они будут немало, я уверен. Но вы же не можете обойтись без контактов с властями. С местными, с Кинешем, с мэрией и так далее. У вас уже есть предварительные на эту тему расклады? Мы примерно предполагаем, как мы сделаем, но сейчас все будет зависеть в конце вот этой, до конца недели, надеюсь, или в конце, вот, ну, в течение недели, давайте, не до конца, в конце недели. Как только у нас будет такой личный контакт там, в Эрбиле, то есть тогда уже будет понятно, о каком количестве людей мы говорим, исходя из этого будет понимание, что мы делаем. То есть, ну, ну, размер вот этого, скажем, центра реабилитации. Понятно. И у меня последний вопрос, я просто его спрошу, почему сентябрь? Вот вернуться они в сентябре. Смотрите, сегодня 1 августа, да? 10 дней проехали туда-сюда, там вы очень быстро договоритесь, я понимаю это, возврат и так далее. Это может уложиться до 20 сентября? Вы можете какие-то даты? Вот вы сентябрь как себе построили? Вы уже представляете, как процесс пойдет, да, по времени? Может, это не затянется? Вы знаете, то, что в моей жизни я все-таки был
ну, носил погоны. И вот если я вышел сегодня к вам, я, например, могу что сказать. Я не могу сказать, сколько продлятся процедуры, когда государственный паспорт. Да, я тоже здесь. По идее, да. То есть еще какие-то там процедуры есть, то, что государственные органы там делают, я же не могу их заменять. Но то, что касается нас, то есть, вот, грубо говоря, самолет, я могу хоть завтра летать. Я могу полететь сейчас туда, договориться, сказать, я подруга здесь самолет пусть прилетает. То есть, условно, я могу это и за две недели сделать. То есть, с моей стороны, готовность абсолютная. Мы говорим сейчас, что мы же хотим, призываем государственные органы вместе сделать, потому что там есть масса процедур, которые относятся к компетенции государственных органов, которые ну, неправильно вместе. Мы просто говорим, мы поможем, давайте вместе это сделаем. То есть вы можете сделать ту часть, что не может государство, и государство должно внести свою ленту, чтобы быстро продвинуть это. Самое главное, что. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос потом. Я поддерживаю вопрос Медика Парма. Вот можно было бы, да, пораньше все это сделать, потому что если пройдет первая операция успешно, можно было бы и второй раз съездить, потому что вы сказали, что вы думаете 150, а там оказывается 400. Там в один самолет все 400 не поместятся. Конечно. Поэтому можно было бы пораньше это сделать, побыстрее одну операцию. Наверное. Вы, пока зима, да, осень, зима, ну чтобы когда тепло, можно было бы два раза съездить. Знаете, я скажу, чтобы лишнее не брать, как бы, я говорю просто про ту часть, которую мы на себя берем. Две вещи. Это договориться окончательно лично, может быть, неделя, может 10 дней, когда понадобится. Самолет арендовать, вы же понимаете, деньги заплати, он куда хочешь полететь. Все, то есть, как бы, я вот в этом проблем-то не вижу. Больше будут вот эти бумаги. Даже я туда приеду, мне нужно будет игра мандат, какие-то документы, что да, я принял, я не куда-то их продал в рабство, то есть, ну что, да, я ну, на самом деле везу в свою страну. Ну, то есть, здесь как бы не все от меня зависит. Если бы я мог быть сложным. Значит, госорганы должны быть. Конечно. Причем, по большому счету, вот то, что мы сейчас предлагаем, это намного будет строго. Это намного облегчает как бы, вообще всю ситуацию. Мы могли бы ждать, пока закончится там, заключение межведомственной комиссии. Когда получит наш МИД ответ от кого? Мы можем ждать. Мы будем сейчас лето, пятница, ротанда, да? Что будет с этим? Мы не знаем. Мы говорим, здесь у нас будет гопорок подобного. А что у вас из сентября товарный отказ, если вы попадали в день, а не сентября, то есть вы будете посылать, театр, октябрь, ноябрь, да, где же обороты сектора? Куда будет сад? Вы будете паргать палаунды. Вот куда я буду рода. И еще одно, хоть уверюсь, что хочу сказать, еще раз подчеркнуть, третий раз. Вне религии, вне политики, вне все. Вот вопрос Юрьевич, потом вы, пожалуйста, потом вы, прошу. Сурик Борис, телеканал «Крень». Во-первых, вы говорите, что вы призываете государственные органы. А у вас были какие-то обращения? Вы подошли и сказали, так, ребята, у нас есть ресурсы, у нас есть возможности, мы привезем, помогите, организуйте. С кем велись переговоры, были ли они какие-то вообще на каком-нибудь уровне? И когда вы начали заниматься своей деятельностью, из чего вы собрались прийти? А давайте проведем. Вот мы как раз сейчас, коллега ваш уже вопрос это задавал. Я сказал, что вот нынешняя сегодняшняя пресс-конференция – это обращение, что давайте консолидация всех сил для того, чтобы мы своих граждан вызвали. То есть, вы хотите, чтобы это они к вам пришли, а вот вы сами походили. Вы понимаете, здесь не то, что они пришли или я пришел. Мы открыты. Мы говорим, ребята, мы готовы вот это взять на себя. Мы готовы сделать, мы открыты для сотрудничества. Если они как бы сочли необходимым принять нашу помощь там, или что-то еще, они это сделают. Если нет, то есть там реакции никакой не будет. Я, безусловно, буду просить аудиенции президента, потому что президентом гарант конституции. Как я сказал, в конституции записано, что каждый гражданин имеет право на защиту за границей. И я буду просить это для того, чтобы просто сказали, сделайте, что вы можете. Нет времени да, сейчас не для того, чтобы кто к кому пошел. Время не то и не о том речь. Там... То есть органы сегодня из нашей пресс-конференции узнают, что вы возвращаете. Мало того, я хочу через вас обратиться к людям просто. А между нами девочками, вы же уже какие-то мосты наводили? Собранные? Ну да. Нет. Потому что если я начал вот это все, грубо говоря, месяц-полтора проводить уже какие-то консультации с Курдистаном там, и так далее, то уже окончательно, когда последние пошли ну, какие-то события, как тот триггер, да, которые подвигли, что нет этого. То есть мы надеялись, что, ну да, государство работает. Но мы понимаем, что вряд ли мы сегодня. Мы не хотим кого-то упрекать, мы наоборот говорим, ребята, бросьте все.
Давайте просто сегодня все силы страны, черные, белые, там, круглый глаз, узкоглаз, давайте просто вместе будем. Это наш народ. Мы должны забрать. Вот все. Я там думала, дети, там да. дети и женщины. Просто вот я говорю, не всего. Там просто вот, ну, даже вот новорожденных, наверное, детей, понимаете, они там, в лагере, как бы их там воды не давали, вы понимаете, это не курорт, не пансион. Поэтому мы говорим сейчас, ребят, давайте все отставим, давайте вот консолидируемся вокруг вот этой мира. Анан бир жарым айдан бери Курдистандын сүйлөшө алдыңыз. Курдистан эмне үчүн таанылган Панчбек Токтосунов менен сүйлөшөт? Эгерде Панчбек Токтосунов мамлекеттик кызматта иштебесе. У меня слишком есть определенная репутация. И не только эти, и были вещи в прошлой моей работе, когда я даже тоже не занимал какую-то официальную должность, но я мог этот вопрос намного эффективнее решить из-за личного. Мисал үчүн мен Кыргызстандын жараны эгерде бир мамлекеттик кызматка иштесе, башка бир өлкөнүн жаранын аачылып алып, мен жарандарды алып кетебиз десе, мен деген расмий бийлик келсин, анда пожалуйста демекпин. Алар ушул сизге кандай ишенди дейт да? Все покажет. Менин Панчбек Токтосунов өзүндө жакшылыкка бир сонун мыкты инсанды, өзүңүз айткандай ясыда насип болгону деп атасыз, бир полковник генерал болгондурсуз, бирок деген баары расмий бийликтин кайрылуусу керек болуш керек да. Иногда надо выходить за рамки, потому что если мы так делаем, вот условно, когда не могут договориться кто-то, бывает иногда Аксаковы договариваются, знаете, на границе. Народная дипломатия. Вот все. А связано ли вы с Антоном? Нет. Я вообще абсолютно, я сейчас был вообще, как бы считаюсь, независимый консультант. Когда к тебе обращается кто-то, другие государства, наши, правительственные государства, я могу проконсультировать. Но был гениалый человек, если вы был Джолдан Барбилес. Самое главное, мен ушел горячей точки добавил. Вот мне сегодня где-то это меньше принял. Уважаемые коллеги, расколоть. Вот я вам скажу. Я предлагаю вам, объединив его пирожными кофе, и задам ему, я заканчиваю без конференцию, задам ему последний вопрос. Я. Финансовый последний экзамен, значит, да, с любой стороны. Ханчалис. Чё, ханчалис, салчин. Джалпы суммасын, примерно, это было с чё? Не скоро. 50 тысяч. Про деньги вообще неприлично. Ну сколько нет у нашего государства? $100,000 Это, я думаю, что больше, можно только самолет. Ясно. Пожалуйста, я так вам просто обычный дарандар. Когда операция завершится, вы их назовете? Тендер, что вы вообще, я не считаю джок. Тендер, девчон, она джок. Просто джонюкой волда. Пожалуйста. Да, даже мне на этом самом деле бельбейсер, Google его просто куда идти. Ну какой скромный балдар. Просто твой. Вот последний вопрос. Я думаю, всех был будет уже просто он. Дед Калдер уже только сын. Последний вопрос. Он таким автор Петерстенда, он вот такие условия был, да. Свет из Гевну Тресны, а нам без света уже к свету ловит Тресны. А свет должен не условия быть, должен в среду. Без условий. Без условий. Без условий. И последний вопрос. Лондон, еще слава, катышева, а вообще никого. Просто каким вот, образом? Вот я даже предложил вот то, что мы хотим сделать, пока нет этого общественного движения, я даже думаю, может быть, мы его назовем народной инициативой. Потому что много вещей есть, которых мы будем ждать, оно будет долго. Я уже начну от этого довольны. Давайте что-то делать. Спасибо всем большое, я завершаю. Проходите в зал, коллеги Кубаныч Бега. Задавайте необходимые вопросы. Может быть, он только что-то скажет.